Всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Марк Марцинковский. Это второй урок по компании Global Intergold. Я поставлю 2, по-русскому 2. С чего мы начинаем? Мы начинаем работать над вашим образом. Что входит в понятие образ? Образ входит как? И вот как я сейчас стою в одежде, галстук, то есть как вы в реальной жизни выглядите. То есть вам необходимо себя сделать культурным. Чего? Вам необходимо себя сделать красивым. Какой красивый-то, а? Итак, что вы делаете конкретно по фактам? Итак, записывайте и идите и делайте. Ну хорошо, тогда мы пошли. Покупайте себе хороший дорогой костюм. Если у вас пока нет больших денег, но нормальный средний костюм вы купить обязаны. Поймите, что это ваша рабочая форма. Это бизнес. Нельзя прийти на ковер заниматься дзюдо и не купить кимоно. Костюм — это ваша рабочая форма, в которой вы обязаны быть постоянно. Итак, после того, когда вы купили себе хороший дорогой костюм, хороший галстук, вы идете на фотосессию. Вы идете на фотостудию и делаете себе не с телефона фотографии, не на улице фотографии, а на хорошей дорогой студии, чтобы вы смотрели соответствующе. То есть любой бизнесмен, любой предприниматель обязан соответствующе выглядеть. Это его статус, это его позиция, которая должна быть априори понятна ему. Итак, вы сделали фотосессию, вы купили себе костюм. К чему приступаем дальше? Дальше мы начинаем заниматься оформлением вашей страницы. Страница ВКонтакте, страница в Фейсбуке, страница в Одноклассниках. То есть мы ее грамотно заполняем. Первое, на что обращаем внимание, это ваша аватарка. Аватарку вы уже себе сделали на фотостудии. Дальше пишем себе статус, то есть какой-то призыв к действию. То есть возьму, например, там 2-3 человек в команду. Сейчас я нахожусь на Кипре. Я набираю команду людей, которым более 18 лет, которые готовы зарабатывать большие деньги. Желательно сделать максимальную, опять-таки, интригу и призыв к действию. Дальше, на что мы обращаем внимание, это ваши интересы и ваша позиция. То есть, чтобы человек понимал, что вы занимаетесь серьезным, солидным делом, вы должны это обозначить. То есть, вы оформляете правильно страницу. Первая ваша запись на стене ВКонтакте должна соответствовать вашему бизнесу. Самое идеальное, это если вы записываете видео на студии, опять же, хорошее, дорогое видео, и прикрепляете его к своей стене. То есть, самый идеальный вариант — это ваши видеозаписи, первые 2 видеозаписи, которые человек видит у вас ВКонтакте. Я полностью поменяла свою жизнь. Я почувствовала вкус свободы и независимости. Вы сделали несколько видео, вы оформили страницу, вы создали хороший уже образ, дальше стараетесь ее раскручивать. То есть вы добавляетесь в друзья, вы берете, заказываете раскрутку страницы, чтобы визуально новый человек, который приходит к вам в бизнес, который потенциальный клиент, который интересуется этим, он, видя, что у вас хорошая активность, у вас дорогие фотографии, у вас сильные мысли, у вас хорошее видео, он шел уже на вас. Всем, кому интересно мое данное предложение, вы сможете со мной связаться с контактами по вот этим видео. Итак, еще какие основные критерии? Это аудио записи, то есть вы можете писать от себя аудио. У меня серьезный бизнес, реальные деньги, сразу без всякого швырдыра. О компании, о себе, о мотивации, о бизнесе, о чем угодно. Чтобы человек видел ваши инициалы в аудиозаписи, чтобы он видел ваше видео, чтобы он видел первую запись именно с вами. То есть, чтобы был образ именно ваш, ваш как лидера, потому что все идут только на лидера. Итак, друзья, оформляйте правильно страницу, занимайтесь Global Intergold, и все у вас получится. С вами был Марк Марцинковский, увидимся на 3-м уроке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, оставляйте ваши комментарии. До встречи!